Всем привет, подписчики и гости канала. Вот решила все-таки скачать Fortnite. Давно хотел попробовать, что за игрушка. Warface начал поднадоедать. Решил попробовать это. Fortnite. Посмотрим, что это за игрушка. Загрузка ключей каких-то. Создание группы. Определить оптимальные параметры. Применить нервную систему автоматически. Да пусть. Идет автоматический подбор. Ой-ой-ой-ой. Как же громко. Откройте инвентарь, чтобы поделиться боеприпасами или оружием союзниками. Мне же надо звук как-то убрать. Фигня. Думали, мы не вернемся? Думали, что спасли свою реальность. Нет, вы подготовили ее для нас. Ну же, собирайте свою жалкую армию и готовьтесь к бою. Но знайте, когда мы закончим, останется лишь ничто. Ой-ой-ой-ой-ой. Где, блин, звук? Вот он. Так-то. Применить. А, глушили нахрен. Нахрена делать звук на 100%, блин, в игре. Так.
Ну ладно, с остальным разберемся позже. Я думаю, 53, 50. Как? Нормально? Музыка. Пускай тоже будет, наверное, на 49. Ладно. Все нормально, да? Назад, ну что, да, никакого боевого пропуска. Я вообще впервые здесь, так что не знаю, что делать. Но посмотрим, ладно. Офигеть. Фигня какая-то. Ой-ой-ой. Что это такое? И что делать дальше? Нифига не понимаю. Так, шкафчики, магазин предметов. Блять, сколько здесь всего лишнего, не знаю. А что, я не могу другого кого-то выбрать, нет? Нет? Не понимаю, короче, я в этой игре. Ну, короче, я тут что-то нажал. Подбор игроков идет. Наверное, я сейчас буду играть. Десантируйтесь и вооружайтесь. Выберите точку высадки. Начинайте искать снаряжение. Не покидайте. Просвета в бурю. Просвета в бурю. Вселенные вертонские облака приближаются. Последний выживший побеждает. В этой битве может быть только один победитель. Ой-ой-ой. А что лагает? Что делать? Фигня какая-то. Принц на борту боевого автобуса. Пробел выпрыгнуть. Раскрыть дельтаплан. Дельтаплан. Понь. Куда летим? Вообще пофиг, да? Я думаю, тут мне еще надо этот менять управление. В строениях, расположенных небольшой группой, вы скорее найдете добычу, чем врагов. Да, мне куда-нибудь приземлиться. Да, небольшой обзорчик, в общем. Блин, давай лучше так падать. Я нифига не понимаю. Если свободное падение, то что? Разобьюсь нафиг? Тачка какая-то стоит вон. Буря какая-то. Снова здорово, список достижений обновлен. Вау, какие-то патрончики. Боевой пистолет. Предмет повреждения. Можно настроить параметр к игре. Понял. Бинты всякие. Патрончики. Вы можете бросать расходные предметы, нажимая. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой.
что мне делать? Так, ничего пока трогать не будем. Да, надо это. О, тихо. Сигнализация. Надо чувствительность поменять. Короче, я сейчас всякого понаберу. Объединять с оружием предметы, чтобы создавать мощное оружие. Пистолет, пулемет. Тара-та-та. Так, параметры. Где у нас тут это? А, наверное, вот. Чувствительность. Низкая. В режиме строительства. Ладно, посмотрим. Понятно, нифига. Автомат. Я не то что-то включаю, наверное. Чувствительность камеры. Просвет бури уменьшится 3 минуты. А, мне бежать надо. А, вот это вот вроде уменьшило. Взрывает бури, нажмите М, чтобы найти безопасную зону. Так, а я где? Понял. Безопасная зона где? А где тачка? Стоять! Что-то мне нравится здесь такое. Сундуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Необычный. Так, граната. Нафиг идите. Машина гудит, как будто последний раз, выживший один. Осталось для спать игроков. Блин, у меня ж ячеек столько нету, чтобы все подбирать. Пистолет-пулемет необычный. У меня обычный. Ха-ха. Сейф откроем. Золотишко. Это хорошо.
Всякая шляпа. Защитное зелье. Ага, конечно. Защитное зелье. Вообще, я не знаю. Выпейте защитное зелье, чтобы восстановить прочность. А как выпить? Я выпил? Нет, я не выпил, похоже. Я завис? А, вот. Глыть, глыть, глыть. Опа-на. Побежали, ладно. Дайте постреляться, может, с кем-нибудь хоть, нет? Так, это у меня броня, понял. Куда я бегу, хрен его знает. И, короче, сейчас проиграю. 100%. 20 метров. Становится жертвой бури. Что это? А, это мой маркер. Куда я бежал? Так куда мне бежать? Я нифига не понимаю. А где место? Я сейчас буду обнаружено новое место, дикая деревня. Я не знаю. Обучалочка, может, какая-то есть. Но... Не туда я побежал. О, сколько тут. Обычный. О, сундучок. Уйти. Пистолет, пулемет редкий. Редки взяли. Это что, удочка? Нафига? Я, короче, один сейчас останусь, да? А, вот он, круг этот, с это самое. Понял. Мне отсюда валить надо, ясно. Где моя тачка? А, у меня кранты, ребятки, все. Похоже, мне кранты. Я не успею. Да-да, я сейчас стану жертвой бури. Нет. Открыт район с названием. Беги. Давай. Куда я бегу, конечно. Вас окружает буря, бегите. Как я бегу? Быстрее, только я не могу бежать. Попробуем-то. А я же никуда ж не буду, правильно? Нет. Используйте менты, чтобы лечиться. Я сбежал, да? Подлечимся. Ты все? Там махач идет, ребят. Я новичок, если что. Новая достопримечательность разложенная ручь.
Вау, я кого-то убил. Автомат Ред. Берем. Течка необычная. Че? Офигели? Бежим. Бежим. Что это такое? Нифига себе. Крутяшность какая-то. Да, ребятки. Долго мне здесь придется обучаться, наверное. Не-не-не-не-не. Совсем что ли? Да мне бежать? Я нифига не понимаю. Сейчас меня вот эта фигня. Стрелял по мне. Нет, не надо. В рамках этого обновлен королевская победа. Вы победили в одиночном матче. Ну я, нифига себе, я крутой. Понятно. Слитка получена. Ну, в общем, принцип игры понятен. Пока только в королевской битве. Еще, конечно, обучаться. Посмотрим. Буду играть, не буду. Видно будет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.